древние краски. Подарок от моего учителя. Прямо из города Губкин. Этот замечательный набор старых голландских масляных красок Рембрандт фирмы Теллонс перешел по наследству от старого мастера к моему учителю, а теперь ко мне в Пензу. По одним данным, тубы с данной маркировкой относятся к 50-60-м годам 20 века. По другим данным, до 1990 года. Если кто точно знает, напишите. Потрясающие оттенки. Здесь и неаполитанская желтая, кадмий красный алый, пурпурный, краплак, умбра зеленая и другие. Удивительно то, что самые первые древние краски подарил мне 7 лет назад как раз-таки мой учитель. И я их сохранил. В знак благодарности напишу его портрет за один присест. Сначала хотел Рембрандта написать, а потом подумал и понял, что мой Рембрандт – это мой учитель. Много лет тому назад он открыл для меня двери своей мастерской и показал мне своим личным примером весь процесс живописи от начала до конца. Теперь Дмитрий Краснов продолжает обучать молодежь. А вы любите живопись?